Здравствуйте, Кахрамон Нуралиев, директор спортивной школы борьбы «Олимп» города Твери. Родился город Термез, Узбекская ССР. Великая Отечественная война затронула каждую семью в Советском Союзе. Мой отец, Мулканов Кулсахат, дошел до Польши. Был четырежды ранен. Мама Нуралиева Норби работала в Тулу. Наши родные отдавали свои жизни, совершали подвиги, жертвовали собой, чтобы мы все жили счастливо под мирным небом. Дорогие друзья, вместе со всеми участниками общественного проекта «Национальность. Человек. Победа-75» я поздравляю вас с Днем Победы. К 75-летию Победы был выпущен альманах «Национальность. Человек. Победа-75» о подвиге людей разных национальностей во время войны. В детстве я часто смотрел фильм «Ты не сирота» о замечательной семье кузнеца Шахмеда Шамахмудова и его жены Бахри. Они в годы войны усыновили и воспитали 15 детей разных национальностей. На их примере учили любви к родине, семье, уважение к людям. Вы можете узнать о подвиге этой семьи из статьи «Чужих детей не бывает. Большое сердце кузнеца» в альманахе «Национальность. Человек. Победа-75». Еще раз с праздником Победы! Берегите себя, читайте альманах «Национальность. Человек. Победа-75».